20 ноября отмечается как Всемирный день ребенка. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день, в 1989 году, была принята конвенция о правах ребенка. В связи с праздником в спортивном центре «Волжанка» состоялся муниципальный фестиваль военно-патриотических объединений и общественных организаций Твери. Праздник начался с торжественного открытия поздравительных речей и государственного гимна. Муниципальный фестиваль проводится ежегодно на протяжении 5 лет. В этот раз в нем приняли участие 14 команд, а именно школьники в возрасте от 11 до 15 лет. Считаем это как бы актуальнейшим вопросом в сегодняшние дни, потому что среди этих команд не просто участники военно-патриотических клубов, которые уже традиционно много лет существовали, но и ребята, юноармейцы, юноармейские движения, да, которые сейчас активно возрождаются. Отличительная черта каждого курсанта, юноармейца – хорошая физическая подготовка и, разумеется, здоровый образ жизни. Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» – авангард физкультурно-спортивного движения и военно-патриотического воспитания. Это популярное широкомасштабное спортивно-массовое движение, призвано воспитывать здоровое, сильное и выносливое поколение на благо процветания и защиты нашей страны. Мы кровно заинтересованы, чтобы наше подрастающее поколение было готово к защите Родины. Поэтому нового ничего не изобретаем, возвращаемся к старому, что молодежь должна быть сильная, спортивная и умеющая, самое главное, защитить себя, своих близких и свою Родину. В ходе фестиваля юноармейцы и курсанты выполняли упражнения комплекса «Готов к труду и обороне». Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельба из электронного оружия, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине. Отдельный блок спортивного праздника был посвящен специальной подготовке, в рамках которой школьники приняли участие в командной эстафете, прошли испытания «Лабиринт-разведка», демонстрировали экипировку бойца спецназа, проводили сборку и разборку автомата Калашникова. Это огромная радость и честь для меня участвовать и находиться здесь. По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом. Первое место заняла команда школы номер 7. На втором – юноармейский отряд школы номер 20. Третье место – школа номер 4. Участникам команд вручили кубки, дипломы, медали и сувениры с символикой ГТО.